Новый глобальный финансовый институт, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, официально начал свою работу. Церемония открытия прошла в пекинской штаб-квартире. В числе учредителей 57 стран, тройка крупнейших держателей акций – Пекин, Москва и Дели. Соглашение о создании банка было подписано в июне прошлого года. Уставный капитал – 100 миллиардов долларов. В сферу деятельности будет входить широкий спектр финансовых услуг – кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий. Многие эксперты рассматривают Азиатский банк как потенциального конкурента базирующихся в США, Международного валютного фонда и Всемирного банка.